руководству, моему руководству. Почему это мне нельзя сюда зайти? Мне нужно информационный запрос занести. Хорошо, я сейчас кого вызвать, подойдут, если это самое вас проведут. Я не маленький человек, я и сам могу пройти. У нас пропускной режим. Какой либо пропускной режим? В связи с событиями. Какими событиями? Майдановскими. Вы здесь при чем? Вы в Киеве? Вы сейчас в Николаеве. Да. Ну. На рабочем месте нахожусь. Какой пропускной режим? Нормальный пропускной режим. Вы о чем? Так мне можно пройти туда? Нет, конечно. Почему? Я же вам объясняю. Потому что запретили прессу запускать. Как это только по звонку. То есть я должен кому-то звонить? Да, совершенно верно. Ну да, должны выйти с вами. Молодой человек. Ну, что? Мы так хотим, но так. Облгосадминистрации режимный объект стал? Есть у нас начало. В связи с событием, да. Каким событием? Все, что попка, вам повторять постоянно. Нет, я не понимаю просто, каким событием. Ну, я приехал в Николаев сейчас. Я сюда. Я сейчас позову представителя, вы с ним пообщаетесь и решим вопрос вашего прохода дальше. Зовите.